Горячей воды нет в 900 домах города, а готовность сетей к отопительному сезону вообще ставит под сомнение его начало. Сегодня в администрации прошло совещание по подготовке к зиме. Коммунальщикам даны конкретные сроки готовности, но, судя по всему, опять могут не успеть. Гидравлические испытания в городе продолжаются. Проверки прошли на 170 секциях. Только половина из них обошлись без прорывов. Больше двух недель без горячей воды сидят жильцы 165 домов. По ним информация отправлена в прокуратуру. Всего же отключено 900. Из-за аварий и дефектов раскопки и ремонты ведутся во всех районах города. Илья Шульгин намекнул, что практику отключения горячей воды на долгие сроки пора заканчивать. Но что делать, если трубы старые? Также он напомнил коммунальщикам о том, что зима близко, а готовность сетей пока не важное, меньше 50%. Всем службам срок дан до конца августа, чтобы к 1 сентября город был 100% готов к отопительному сезону.